Привет, ребята, с вами я, Игорь, и мои друзья. Это Миша. Привет. Привет, ребят. Егор, привет, ребят. Миша, привет, ребята. Алексей, человек. Полина. Цывася. Ладно, Кирилл. Ксюша. Все, мы сегодня снимаем реакцию на подарки. Вот, первый подарок от Кирилла и Егора. Это вот такой мягкий силер. Он очень прикольный. И Тейлз, вот. Очень классно выглядит. Короче, не обращайте внимания на Цевасю. Вот. Вот такой сильвер мягкий. И сейчас покажу Тейлз. Тихо. Вот, а вот Тейлз. Ну да, он чуть-чуть реально смешно выглядит. Но Кирилл и Егор не смогли, не могут найти покачественнее. Ну, такой тоже нормальный, но он мелкий. Теперь подарок от Миши Мамонтова. Это... Смотрите, вот такой вот мягкий Наклз, реально очень качественный. Скажи, Миша? Угу, очень. Вот. Даже с прилипалой на башке. У меня тоже, кстати, прилипало. Как в мультике прям как... Да, вот такой прикольный. Теперь конфеты от Миши. От Миши мамы. Или от Ксюши. От Ксюши. Игорь, зачем ты это делаешь? Я ролик снимать. Ничего. Вот такие конфеты. Вот, очень прикольно выглядит. Вот. Наклз. Ладно, не буду шутить. Теперь переходим от следующего подарок. Айсик. Подписывайтесь. Кстати, день рождения прошел, так что. Теперь подарок от Миши. Вот этого. Вот это. Нет, вот это третий дневник. Тоже от Ксюши. От Ксюши. Извините, ошибся. Просто забываю, от кого все это. Да, чтобы было видно. Да, вот так. Вот такой третий дневник, оригинальный. Давайте даже докажу. Алекс Хирш. Он. И теперь подарок от Миши. От другого Миши, да. Вот такой мягкий бил. Мне он реально очень сильно понравился. Вот. Блин, упал. И он может на браслете. Дай-ка одену. А теперь поиграем в игру Burrito Bison Launcher Libre. Допустим, ладно, пацаны. И потом сейчас... Я сейчас сниму медальончик от Миши. Да, Миша? Ну, типа медальон. Вот, типа такого браслета. Это реклама, смотрите рекламу. Покажите. Высокоинтеллектуальное кино. Смотрите, это высокоинтеллектуальное кино. Тихо ты. А сейчас мы снимем медальончик. Да, и еще Леш, Алекс Чек подарил мне 2000 рублей. И ты. Высокоинтеллектуальное кино смотрим. Ладно, пацаны, не обращайте внимания. Сейчас покажу медальончик. Все, Вася. Все, я на стопе. Посмотрите, что выпало Васе. Сейчас я буду открывать пиньятки. Я не знаю, что происходит, так что открываем. Так. О, немного денег, так, рация и чили-бомба. Еще одна пиньятка. О, ты скрин сделал. Чили-бомба, деньги, такарации и деньги. Пока что я на стопе. И теперь... Авалия, а вот зодиак Билла. Это медальончик. Покажи. Типа. Воруем! Я сейчас спалю лицо Васе. Це Вася. А ты спали... Вот, смотрите, какой он. Это не Билл, это уже другая. Покажи. Переверни. Смотри, сейчас будем делать обед. Вот, такой медальончик. Крит о нем сейчас. Что? Очень классный.
Блин, реально, Миша, 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 вообще-то мамонтов это очки, это Дед Макдакинг. Макдакинг? Да. Макдакинг. Я знаю, что это Дед Макгакинг. Макгакинг. А не Макдакинг. А шести руками это... Форд. То есть шести пальцами Форд. Это Форд. Вот, нет, Глинстен. Вот, спасибо за просмотр, знаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на Алекс Чик и Фартик 566 и Simply Bella. Simply Bella. Все, всем пока.